Красота. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о аксессуарах. Да, мы сегодня на этом чудесном автомобиле Volvo XC70 Cross Country, который выпускался с 2001 по 2007 год. Но именно про этот автомобиль мы рассказывали около года назад. Ролик мы прикрепим, можно будет его посмотреть. Так как на сегодняшнем пикнике нас сопровождают очень интересные аксессуары, мы поговорим о них и еще о нескольких полезных, недорогих аксессуарах, которые могут пригодиться для ваших автомобилей Volvo. Начнем со стола. Стол, оригинальный вольвовский стол, который выпускается компанией Volvo для автомобилей Cross Country с 1 по 7 год и для автомобилей V70, который выпускался с 2000 по 2009 год, то есть P2 платформа. Как устанавливается стол, я продемонстрировал, на это уходит не более 1 минуты. Если вас заинтересует данный стол, обращайтесь в наш магазин на проезде Черепановых, дом 6, строение 2. На сайте Volux вы можете найти все контакты. Спросите менеджера Сергея, так как он занимается аксессуарами, он вам подскажет, поможет. Если вдруг вам окажется, что этот стол уже не выпускается, либо он стоит дорого, мы подумываем заняться производством данной позиции. Тем более, что в последнее время достаточно модно писать на товаре, который мы изготовили в этой стране, Made in Russia. Прошу прощения, что я под зонтом, идет дождь. Ребят, а сейчас поговорим, хотя почему я прошу прощения? Зонт-то тоже аксессуарный, тематический к этому ролику, и его можно приобрести в нашем магазине. А теперь о кофре. Кофр, как вы видите, достаточно интересный. Кофр оригинальный, вольвовский, определенно придает вид, дополнительный вид автомобилю, как будто такая спутниковая какая-то, да, космическая антенна. Некоторым фанатам Volvo, вольвистам, очень нравится этот кофр, но есть одна проблема, его проблематично найти. Мы сами искали, это наш автомобиль, для нашего автомобиля этот кофр около полугода, еле-еле нашли подержанный, соответственно, покрасили, установили, теперь владелец, мой коллега, радуется как внешнему виду автомобиля, так и, в общем-то, есть куда теперь хлам сложить. Господа, то же самое, что и со столиком. Если вы хотите на свой автомобиль вот такой кофр, пишите. Если мы соберем достаточное количество желающих, мы, возможно, начнем изготавливать сами вот эти самые кофры, как для вас, так и для наших клиентов. Следующая позиция, которую я хочу порекомендовать из своей личной практики, это вот эти самые ковры. Как и обещал, аксессуары сегодня у нас присутствуют удобные, практичные и не очень дорогие. Вот эти самые ковры на Volvo XC90 P2 платформа, почему я говорю из своей практики. Вот этому ковру ровно 5 лет. Вот эти ковры я еще клал в предыдущий свой автомобиль, многие его знают, это XC90 V8 2005 года. То есть мы видим состояние ковра, особо никаких протертостей нет, вернее их нет практически совсем. Как работает ковер? Летом, во-первых, очень удобно на таком вот мягком ковре стоит нога, не скользит, не скрипит, ничего. Зимой, так как здесь прорезиненное дно, ничего не протекает. Соответственно, новый ковер выглядит вот так. То есть, да, видите, 5 лет ковру, особо внешний вид не изменился. Я специально взял водительский ковер, вот сегодня с утра вышел и у жены из машины отнял водительский коврик. Соответственно, XC90 идет туннельный ковер задний, два задних и, соответственно, пассажирский. То есть все посадочные места, все ложится прям изумительно. Вот, посмотрите, вот здесь есть выступ, и он не просто так сделан. Как раз-таки на кузове автомобиля есть вот такой выступ. Ложится просто изумительно, все подходит вот по этим вот пупырышкам. Соответственно, держится все отлично. Также есть и другие цвета. Вот, допустим, на тот же автомобиль бежевые ковры. Вот он передний левый такой вот красивый. Прям жалко в ботинках на такой ковер садится. Как и говорил, ковры есть практически на все модели Volvo. Обращайтесь. Упс, стол чуть не подвел. Обращайтесь. Стоимость от 3,5 до 6,5 тысяч за комплект. Теперь переходим к следующей позиции. И последняя позиция, про которую я сегодня хочу рассказать, это дефлекторы. Дефлекторы на боковые стекла. Скажем так, люди делятся на две категории. Есть те, которые категорически против них, а есть те, которые в основном за них. Особенно те люди, которые курят, удобно стряхивать пепел, соответственно, не залетают в салон и так далее. По поводу дефлекторов
Я могу сказать, что их бывает тоже несколько видов. Вот, допустим, на XC90 можно приобрести дефлекторы без хромированной полосы, а можно с хромированной полосой, да, для того, чтобы не нарушать экстерьер, интерьер, там, как правильно, да, дизайн автомобиля, тот хром, который у вас идет по рамке дверей. Соответственно, все те аксессуары, про которые я сегодня рассказал, испытаны на нашей личной практике и установлены на наши автомобили. Пользуемся мы долгие годы как коврами, так и вот этими дефлекторами. Ребят, кстати, по поводу стоимости дефлекторов, стоимость комплекта от 2,5 до 5 тысяч рублей, в зависимости на какую модель Volvo эти дефлекторы применяются. Ну, вот такая у нас сегодня история, связанная с аксессуарами. Надеюсь, я всем поднял настроение. И до новых встреч!